Это канал Alexon Play. И это не игровое видео. Я, конечно, извиняюсь, но я уезжаю на 3 недели в отпуск отдыхать, поэтому много видео не выйдет. Я на канале не буду участвовать, его проводить, получается, им руководить, снимать ролики. Я заснял просто пару роликов, там, штук 4 или 5, не помню точно. Вот, ну, в общем, смотрите, в какие дни они будут выходить. Будут выходить, получается, 13 числа, потом 15, а потом 17 числа. Плюс еще 20 числа. Ну, кроме 18 и 19, потому что это выходные, я распланировал так ролик, чтобы хотя бы, ну, одна неделя была с роликами. Чтобы вы не скучали и канал не простаивал. Потому что канал все-таки простаивать нехорошо, когда 100 плюс подписчиков. И все-таки надо контент делать. Но, к сожалению, вот вторую неделю с числа 21, к сожалению, видосиков не будет. Вернусь я, скорее всего, либо 1 числа, либо 2, как-то так. Может и 3, не знаю точно, когда я вернусь, но числа завтра вот я уезжаю, в час дня я уезжаю. Поэтому, к сожалению, я успею только завтра вот этот ролик, то есть этот ролик, получается, вам показать, выложить не смогу. И смотрите, еще одно важное объявление, что будут каждый вот через день, ролики будут выходить через день. Вот, и они будут выходить в 15 часов, получается в 3 часа дня, и можете их смотреть. Я надеюсь, вам понравится там прохождение за Французскую империю Наполеона VI и еще прохождение за Японскую империю, за Хирохито. Тоже интересная кампания будет, поэтому надеюсь, вам понравится, вы будете ее смотреть. Ну, на этом, в принципе, все. Не буду много рассказывать. В общем, прощаюсь с вами на 3 недели. Вас не буду видеть, не буду... Ну, читать я буду ваши комментарии, но ролики выкладывать я, например, не смогу, как же я опять сказал. Поэтому мне пришлось срочно на этой неделе доделать прохождение вот за Британию, который финал вышел вчера или позавчера, не помню точно. Да, вчера, по-моему. И... пришлось сделать ролики, вот чтобы хотя бы вот на одну неделю были ролики, раз через день. Поэтому я надеюсь, вы не расстроитесь, не убежите никуда. Я реально надеюсь, что вы никуда убегать не будете. Ну а так, что я хочу сказать вам. Спасибо, что вы смотрите. Только вот что-то под последним прохождением, вот за Британию, что-то мало было. Было очень мало комментариев. Пожалуйста, пишите комментарии. Мне очень важно знать, что вы думаете обо мне. Нравится ли вам прохождение, что не нравится, что добавить, что убрать. Пожалуйста, пишите. Мне очень важно знать ваше мнение. Ну и ставьте лайки. Пожалуйста, мне это тоже очень приятно. Ну... я сказал вам спасибо. В принципе, я в таком коротком ролике все сказал. Больше мне сказать нечего. В общем, я уезжаю в отпуск. Все. Ну все. Можно прощаться. Ну что ж, спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. И знайте, что самое интересное еще впереди. Thank you, guys. Всем удачи и пока.